Простите, глава. Чё? Я распечатала все, что вы просили. Спасибочки, Тануки Кодже. Ты меня выручила. Нет, да я вообще ничего. Это пустяки. Осталось только... Чего? Страницы, что ли, перепутаны? Это снова я! На такой мины только детей пугать! Тануки Кодже, успокойся! Сейчас все поправим. Нет! Простите, что я существую! Я бесполезность на ножках! Как я посмела вступить в студсовет? Да не утрируй ты так! Мы все иногда косячим. Но... Если бы я раздала их ученикам в неверном порядке, то наступил бы форменный апокалипсис. Все дянки бы в гневе разнесли всю школу. Кому-то надо меньше ужастиков смотреть. Из-за моей ошибки доверие к студсовету было бы подорвано. И нас бы взяли и с позором закрыли. А репутация главы была бы настолько изговнякана, что вам бы пришлось покинуть школу. Однако, дорогуша, богатое у тебя воображение. И тогда я могу только сделать харакири и выпустить себе кишки! Господи, боже мой, выпей таблетки от шизы! Твою же мать, и тут девки со своими приколами, но не между ног. А жалко.